Добрый день. В этом видео я расскажу, как собирается простейшая головоломка под названием Coin Pyraminx. У нее есть кубический брат, который называется Coin Cube. Принципы сборки будут очень похожи. Эта головоломка вряд ли вызовет у кого-то трудности в сборке, но если вдруг такое случилось, сейчас я покажу все особенности. У этой пирамидки вращаются уголки и также вращается центральный круг. Если мы не будем задействовать при перемешивании центральный круг, то мы просто получим пирамидку 2 на 2, причем реальную пирамидку 2 на 2, у которой есть центр. И она будет даже проще, чем головоломка под названием Corner Twist Pyraminx. Здесь также вращаются уголки, но центров нет, поэтому приходится думать, в какую сторону их поворачивать. Здесь же центры есть. Вот эти вот треугольные элементы. Поэтому понятно, что с этой стороны должна быть желтая грань, и уголки сюда нужно просто повернуть. Ну и доворачивается четвертый. Здесь нет никакой интриги. Но помимо треугольных центральных элементов и уголков, есть вот такие центральные лепестки, которые можно перемещать, вращая центральный круг. Если мы сделаем подобные движения, то головоломка становится немножко сложнее. Даже если мы вернем уголки на место, лепестки уже как-то переместились. Давайте максимально перемешаем головоломку и попробуем ее собрать. Вращаем уголки, потом вращаем лепестки. Важно, нужно докручивать лепестки до того состояния, чтобы уголки могли вращаться. Если вдруг вы в каком-то промежуточном положении вот этот круг оставили, то уголок уже вращаться не будет. Будет только угол вращаться на противоположной стороне. Поэтому докручиваем как положено и вращаем. Желательно сделать так, чтобы уголки и лепестки, которые к ним подходят, были разные. Ну, чтобы хоть как-то было интересно собирать. Приступим к сборке. Для начала ориентируем уголки. Просто поворачиваем уголки на одну сторону. Здесь два синих уголка, значит, третий тоже синий, так как здесь синий центр. Ну и доворачиваем верхний. Так, вот три зеленых. И зеленый центр. Ну, давайте начнем с какой-то определенной грани. Вот красные. Красный лепесток здесь уже есть. Как нам переставить сюда остальные? Но есть простой способ. Мы берем уголок, где нет красного лепестка, поворачиваем его красной стороной на грань, где красный лепесток есть, вставляем туда красный лепесток вращением центрального круга и возвращаем. В итоге здесь был один лепесток, стало два. Поищем третий. Он находится вот здесь. Если мы таким образом повернем уголок, то лепесточек у нас уйдет на соседнюю грань. Этого нам не нужно. Поэтому перед тем, как повернуть уголок, мы отодвинем лепесток, повернем уголок, вставим сюда лепесток и вернем на место. Вот красная грань собрана. Соберем следующую, к примеру, желтую. Желтые элементы, понятно, красной грани уже быть не могут. Ищем их либо здесь, либо здесь. Но здесь нет, оба они находятся на этой грани. Делаем все то же самое. Поворачиваем уголок, вставляем лепесток, возвращаем уголок на место. Можно повернуть левый уголок и сделать алгоритм зеркально. В итоге желтая грань тоже собрана. Остается собрать две грани, синюю и зеленую. Для этого мы подвернем лепесток сюда, этот отодвинем в сторону, выдвинем, ставим лепесток и вернем на место. Coin Pyraminx собран. На всякий случай покажу еще один пример сборки. Для начала поворачиваем уголки
своему центру. Цвет уголков это тот, который с края, не этот. Это уже лепестки. Зеленая грань собрана. Так, и уголки на синей грани тоже собраны. А значит, и на всех гранях уголки ориентированы правильно. Ну и давайте собирать лепестки. Поворачиваем, вставляем лепесток, возвращаем. Поворачиваем, вставляем лепесток, возвращаем. Поворачиваем, вставляем, возвращаем. Красная грань собрана. Собираем синюю. Поворачиваем, вставляем лепесток, возвращаем. Поворачиваем, вставляем лепесток, возвращаем. Синяя грань собрана. Ну и соберем оставшиеся. Поворачиваем, возвращаем. Поворачиваем, возвращаем. Вот так. Все просто. Да, метод сборки можно еще улучшить, ускорить, ну, если будем просчитывать какие-то движения. К примеру, во время ориентации уголков можно уже какие-то элементы к ним подворачивать. И тогда уголки уже вместе с нужными лепестками будут поворачиваться на свои грани. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.